дайте мне слово-то сказать, ебать. Во-первых, Джоан Роулинг, англичанка, как и три, блядь, основных актера Гарри Поттера, и как, скорее всего, почти все, кто там снимался. Сокол 16 минут говорит «Америка, Америка, Америка, Америка». Я понимаю, что он имел в виду, типа, там, западное общество, но это немного тупо, да? То есть давайте послушаем кусочек. Позицию. Ну, нравится человеку называть себя женщиной. Казалось бы, что... Да, вот он говорит, нравится человеку называть себя женщиной, казалось бы, что в этом такого. Он это говорит, имея в виду, что Джоан Роулинг нравится себя называть женщиной, а не, ну, типа, и считать женщинами тех, вот, кто менструирует, да, а не тех, кто себя считает женщиной. Он при этом такой вот типа гомофоб до хера, то есть говорит, что «Ой, у меня бомбанула жопа с того, что Дамблдор оказался геем». То есть ему вот, видите ли, то, что Дамблдор пердолит мужиков, ему это испортило все впечатление о Гарри Поттере. Плюс он ни разу не сказал про книги. Он говорит, мне нравятся фильмы о Гарри Поттере. Он как будто вообще вот про книги как будто даже не знает. Что тоже, от чего он выглядит еще тупее. Ну и вот он говорит, нравится человеку называть себя женщиной, казалось бы, что такого. Ну а вот нравится, блядь, мужику называть себя женщиной, казалось бы, что в этом такого? То есть он тут тупит и противоречит как бы сам себе. Вот в этом моменте это прям такая вот кульминация получилась. Где мир свернул не туда? Что в этом такого? Ну нет, вот в Америке, понимаете? В Америке. Не в Америке, во-первых. А, то есть, мы говорим так далее уж либо про обобщенно, про западное там общество, или как-то мы это еще называем, там, я не знаю. Ну, короче, все эти чуваки... Ну, вот он тут тупит. Дальше. Он придумал какую-то херню. Я не знаю, где он ее взял. Я поискал, я не могу этого найти. Просто этого нет. Если кто-то знает, где такая херня, где пруфы, что, типа, актер Гарри Поттера соглашается сниматься где-то там, если у нее отберут ее права на вселенную, видимо, да, и актер... фантастических тварей, что-то там тоже такое же потребовал, типа, отобрать. Где он взял эту информацию? То есть вообще, где пруфы? Откуда он это придумал? Вот там, для меня это печально, что там, типа, Дамблдор пёхнул. Ну, то есть, это вообще капец. Если тебе вот такая херня... Если тебя это, во-первых, вообще волнует, то это, как говорится, уже вопросы есть. Почему тебе это так важно? Почему тебя это так расстроило? А во-вторых, ну типа, ну... И этого ее просто с грязью начали вот так вот. Так. Что-то он еще здесь тупанул, я так коротко уже, не знаю, вспомню, не вспомню. Вот. Коротко, наверное, не вспомню. Ну, короче, насрать, ладно. То есть вот такие вот несколько основных тупостей. Как бы главная тупость заключается в том, что это все пиздеж. Ну и типа, где пруфы? Небольшая тупость в том, что он говорит про Америку. Еще небольшая тупость, что он говорит про фильмы, не говоря про книги вообще, как будто их и не существует. То есть он прям буквально там даже акцентирует что-то типа, вот все там это ее фильмы, говоря про Джоан Роулинг. То есть тоже вот с этим натупил. И перепутал Guitar Pro и GoPro. То есть опять доказал свою дислексию, что доказывает, что, скорее всего, он хотел не электросамокат, а все-таки электросамотык. Все, вот такая вот небольшая рецензия.